Добрый день, здравствуйте, я Дмитрий Трофимов, а сегодня тема «Я не знаю, о чем говорить, потому что моя жизнь скучная и неинтересная». Что в этом случае делать? О чем говорить, если у меня жизнь обыденная? Я просто иду по улице, захожу в магазин, беру хлеб, возвращаюсь обратно домой, потом я иду на работу. На работе тоже ничего интересного, то есть обычная, скучная, однообразная жизнь. Дима, каким образом я буду применять словесную импровизацию, а если даже я не знаю словесную импровизацию, я вообще тогда не знаю, о чем говорить, как решить этот вопрос. Окей, давайте разбираться. Смотрите, когда вы тренируетесь по словесной импровизации, может быть, вы записались ко мне в индивидуальную практику по словесной импровизации, может быть, вы решили самостоятельно взять мои упражнения на моем канале YouTube и потренироваться по словесной импровизации, но вам приходит в голову, что о чем говорить в жизни? Ну, в общем-то, действительно, все очень скучно у меня, и я не знаю, о чем говорить. Так вот, фишка в том, что словесная импровизация, минуточку внимания, это очень важная информация, словесная импровизация учит вас, или вы затренировываете себя так, либо вы прокачиваете навык так словесной импровизации, что вы можете говорить о чем угодно, даже об этом пальце. То есть вы можете интересную красочную историю рассказать, как вы пошли в магазин купить хлеб. Вы можете рассказать историю, как вы сегодня, например, видели птичек, например, там воробьи, они там дрались между собой за кусочки хлеба, которые вы бросили, а может быть, не вы бросили, а какой-то другой прохожий бросил, и вы тоже можете рассказать эту историю и рассказать ее так классно, так смачно, так сочно, что захочется вот испытать это, да, и когда вы рассказываете это собеседнику, собеседник действительно испытывает те эмоции, которые вы ему передаете, которые вы вызываете у него вот эти эмоции. Поэтому самое главное – это правильно тренироваться по словесной импровизации, тогда ваша жизнь, может быть, действительно, с вашей точки зрения, она скучная, но она заиграет новыми красками, яркими, когда вы умеете владеть буквальным смыслом слова, воображением, да, своим воображением и воображением собеседника. И опять же, кто-то может сказать: Дима, воображением? Что это значит? Ты хочешь сказать, что мне нужно что-то фантазировать, воображать? Нет, ребята, это значит, что, опять же, самая банальная, скучная, неинтересная история в жизни может стать самой интересной, очень какой-то прикольной, вот зажигающей и вызывающей эмоции. Но давайте какой-нибудь пример, самый банальный. Я вот даже не буду стараться сейчас как-то слишком вот выраженно, да, вот какую-то историю рассказать, но просто вот давайте что-нибудь возьмем здесь, что у нас есть в окружении. Ну вот, допустим, я вижу там какой-то стоит дом. Это же скучно, неинтересно. Вот там стоит, если, может быть, вы видите, не знаю даже, что это за учреждение, очень скучно и неинтересно. Вот давайте я про это расскажу. Вот смотрите, сегодня я снимал видео для своих ребят, своих учеников на YouTube-канале, и мы снимали в странном месте, там стоял странный дом сзади меня. Но когда я смотрю на этот дом и эти деревья рядом с этим домом, у меня появляются такие интересные, необычные состояния в теле, у меня появляются интересные эмоции, потому что этот дом вызывает у меня какие-то ассоциации, что там могут жить какие-нибудь бомжи, я не знаю, какие-то маньяки, и они там ночью выходят, охотятся на людей, затаскивают в этот дом и что-то там с ними делают, а потом этот дом опять затихает, и днем даже не кажется, что это какой-то опасный дом. Ребята, я создал на ровном месте то, чего нет, или я, может быть, представил, что такое возможно, как вариант, да, надеюсь, там такого нет, но суть одна, что я вообразил, я представил. И кто-то, опять же, еще может сказать: а если так, вот ты рассказал историю, это же, опять же, воображение, а вот можно как-то потренировать еще воображение, чтобы я мог действительно на какой-то обычный палец что-то там представить, вообразить и как-то раскрыть эту историю пальца намного интереснее и ярче. То есть нужно ли как-то тренироваться именно с воображением? Ребят, не нужно. Я вам серьезно говорю, если вы будете тренироваться по моим упражнениям, по словесной импровизации, либо в индивидуальной практике со мной, либо вы возьмете хотя бы несколько упражнений с моего YouTube-канала и начнете тренироваться, ваше воображение, как вы думаете, что будет делать? Правильно, оно уже само начнет тренироваться, оно начнет само прокачиваться, и в какой-то момент вы действительно сможете рассказать о пальце, либо о доме, который стоит там, и непонятно, что это вообще за дом. То есть у вас все произойдет спонтанно, естественно, потому что одновременно с прокачкой словесной импровизации вы тренируете воображение. Что тренируешь, что и получаешь. Вы же знаете это правило, поэтому, когда вы тренируете словесную импровизацию, что вы получаете? Тренировку словесной импровизации. А когда в словесной импровизации вы тренируете воображение, что вы получаете? Правильно, прокачанное воображение. То есть вы свое воображение переносите на язык, ваш язык, вы говорите, вызываете эмоции у собеседника, а может быть, вызываете эмоции у себя, а потом у собеседника, и все рады. И вы запоминаетесь как харизматичный, интересный человек, с которым хотел бы еще и еще встречаться.
На сегодня все, ребят. Напоминаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под этим видео, пишите комментарии, ваши впечатления, делитесь вашими мыслями и пока-пока!